с навигаторами. А ты не знаешь? Я тебе покажу, поехали. Слышишь, я все знаю. Ну что так мне сказали про тебя? У меня есть всего 20-30 минут времени, я зашла к вам. Сегодня еду на работу. Соскучилась, если честно, по нашей атмосфере рабочей. Буду работать. Честно, кто Монте-Карло слушает? А я люблю Монте-Карло, кстати. Я должна считать. Как отметили 14 февраля? Как отметили? За вкусным ужином в романтической я обстановке. Просто. Поверните направо, а затем поверните налево. Леночка, когда будут пальто на весну? У нас вообще уже весна, уже пальто есть, в принципе. Лена, что подарил муж на день влюбленных? Ребят, у нас в семье мы особо не акцентируем на этот праздник. Больших ставок не делали. Подарки мы друг другу не дарили. Не знаю, как-то... Через 200. Как-то не случилось. Светофоре, поверните на цветочки. И все. В этот день нужно просто признаваться друг другу. В общем, вы поняли, о чем я. Сонное лицо еще. Да нет, не сонное. Я уже давно проснулась. Я сегодня с 10 утра не сплю. Работала на телефоне. И вот. Что за блеск на губах, девочки? Если честно, я уже устала с вопросами за этот блеск. Смотри, еще все-таки желтый. Устала с вопросами за этот блеск. Вот. Fenty Beauty. В Москве, как я поняла, его еще нет в продаже. Есть в Сефоре, вот именно этот блеск, он с Дубая. А так, наверное, во всех Сефорах, кроме Москвы. Хотя, может быть, уже есть, я не знаю. Но мне сказали, что в Москве их нет. Что вы делаете, будучи на работе? Да. Просто что я делаю? Леночка, здравствуйте. Ага. Новую модель джинс. Скажешь, нет, девочки, еще нет в работе. Там хорошо. Ладно, не все так легко. Давай. Поэтому кое-что изменили. Давай. И сейчас они в работе пока. Тональный креп Армани. Когда будут джинсы серые, такой модели, как самые первые? Ну, серые джинсы... У нас не было как первой модели, они были в голубом цвете. Лен, Жане сказать топ, чтобы дала. А пусть даст все образцы новые, и пусть даст клёш, черные брюки, крэп. Жан. Такой нежный мой. Сейчас курьер приедет наш. Дадите что, ему топ, а что делать, когда на работу работаю, что делаю, показываю нашим девочкам потом новые давайте ему клёш брюки вот эти вот коллекции. Из крэпа, которые тонкие. Очень вот. Много просят потом, именно еще, что показать еще на себе смотреть. То, что им нравится. Вот мы все это исполняем. Все тогда, хорошо. Давай. Главное, Жан, скажите, а вот лимоны...